Всем привет! Сегодня у нас 14 апреля. Собираемся в поле. Маленький вон дождик, лужица стоит. Собираемся в поле. Маленький селиптеры подсыпать, потому что уже как бы время. Селитру под сею маленько с овсом, викой и клевера маленько. Буду прям по полю ездить, по дернине. То есть у нас ничем там ничего не обработанное поле, а просто так, как подкормку селитры. А овес там с клевером взойдет, не взойдет, то есть посмотрим как. Вот такой у нас бигбэк. Так, засыпаем в перемешку все. Бигбэк, семена, все подряд. Не знаю, что получится вам по полю. Так, не получится, но зато подкормим. Посмотрим, в общем. Ладно, смотреть, что будет дальше. Ну, вон, так перемешали. Боюсь спалить. Чтоб не дол. Не знаю, как сыпет. Сколько она сыпет и что. А селитры боюсь спалить. Траву, так что решили чуть-чуть перемешать. Ну ладно, сейчас сверху селитры засыпем. А там посмотрим, как она там в поле будет сыпать. Что, посмотрю. Ухожу сзади. Так что как-то вот так сейчас, да. Насыпаем селитры сверху и вперед. Ну, он что-то сыпет. Не знаю, лишь бы немного было селитры. Так как-то вот так. Это, блядь. Тракториста, моториста. Как-то вот так. Прём. Что-то забилось вроде как. Твари. Поправить. А остальные вроде все сыпят. Ну так вроде что-то режет даже. А, один заклинивший подшипнику, хана, надо разбирать. В общем, как-то вот так. Остальные вроде все сошняки, все крутятся.
хочу. Это надо было сразу сделать. Но я никогда не сеял, не делал. Мне кажется, большая подача для селитры будет, блядь. Здесь вообще на все открыто. Ни хрена не равномерно так кончилось, а это, считаю, еще нам на один прогон хватит часть, то есть тот бункер весь кончился, а в это еще осталось. Ну и ладно, мы с лошняком и не собирались засеваться, и дождик моросит, холодно, градуса 4, но так что как-то вот так. Надо этот пахать под нее. Еще один там участок у нас есть. Попробуем его засеять этой сеялкой. Ну, что мне не нравится. Надо заниматься ее делать. Конкретно эти заслонки закрывать. Эти промежуточные заслонки я купил, должны приехать скоро. И эти отрегулирую, чтобы она закрывала, открывала, а то у нас в 1.7 провод сыпет с двух сторон. И причем, мне кажется, этот селитру сыпет больше, чем этот. Боюсь, не получилось бы, чтобы мы сожгли траву. Ну ладно, как вышло, так вышло. Так что подписывайтесь, отписывайтесь, пишите, как лучше, как хуже, потому что я сею только в том году, она появилась у нас. Не знаю, как, чего, ни разу не сел, видел визуально, но регулировки вроде посмотрел, как, что, но что-то особо не получается. Или я думаю, что так и должно на самом деле быть, а я думаю, что до хрена херачит. Все, последний круг, едем. То есть нормально моросит дождик. Ну и ладно, селитра лучше разойдется. Ну все, всем пока.